Вы смотрите новости онлайн. Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова, похоже, продолжает переживать личную драму. На этот раз язвительную реакцию звезды спровоцировала публикация спортсмена в Instagram. Тарасов опубликовал совместный снимок со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. На фотографии пара ужинает морепродуктами в ресторане. «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные 6 месяцев», – прокомментировал снимок футболист. Спустя некоторое время Ольга Бузова сделала свою публикацию. Причем многие поклонники решили, что тем самым она ответила бывшему мужу на его пост. В кадре брюнетка стоит в роскошном платье с разрезом на фоне вертолета. Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, и проще пользоваться теми, до которых можно опуститься. Гласит подпись к изображению. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.